этой звуковой странице вы услышите фрагмент из балета Андрея Эшпая «Ангара», колыбельную. А потом сам композитор скажет несколько слов о том, как он работал над партитурой по сценарию хореографа Юрия Григоровича. И снова уступит место тому, о чем ему, пожалуй, труднее всего говорить – своей музыке. Казалось поначалу чуть ли не антибалетной. И это было сложной работой еще и потому, что пьеса эта имела свою интерпретацию, так сказать, на сцене драматического театра, уже свою традицию, она поставлена почти всеми театрами нашей страны. И, конечно, перевести это все на язык хореографии было сложно. Но Юрий Николаевич, так сказать, так убедил меня в том, что это танцевально, так сказать, дансантно, что хореография здесь может существовать. И действительно, здесь хореография выступает действующим лицом не только как язык танца героев, но и балет выражает ангару, балет выражает строителей, и силы стихии, и природные силы. Поэтому, уже получив полную ясность, что должна делать музыка, я приступил к этой работе.